А вот в МИДе Франции вопрос ликвидации террористов рассматривают иначе. В эфире телеканала BFM TV глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан объяснил, что Запад против проведения военной операции в сирийском Идлибе как раз из-за опасений, что засевшие там боевики начнут возвращаться на родину. Пусть уж лучше сидят в Сирии. Среди 10-15 тысяч джихадистов, которые до сих пор удерживают Идлиб, большое количество иностранных наемников, в том числе и граждан Пятой Республики.